Так прыгал, бля, хер попадешь по тебе. А, ну все, у нас 400, полная команда. Погнали на локацию. Кто-то Скар. Не вы, ребята? No, no. Кто-то есть еще. Или это приказ? Приказ, ты стрелял Скара с ружья? Ладно, пусть не накуримся. Всем спасибо за внимание.
Подними по-брату. Thank you.
Привет. А, ты не говоришь, ну ладно. Тут рюкзак второй Игра зависла, лечиться не могу. Если сдохну, прости. Теперь иду к тебе.
стой, тихо, тихо. Блин, не спасли человека. Обидно, человека не спасли. Идемте. Третий, так ты не бот? Круто. Я не бот? В смысле? А, так ты чё и говоришь? Да ты чё? Супер, вообще круто. А, извини, у нас места нету. Сорян, чувак, нету места. А это был игрок. А четвертый бот. А? Вот хреново, что вот так вот сделали, что теперь боты тоже как люди отмечаются. Я вижу, что четвертый у нас оранжевый бот. Иду. О,
Иди забирай. Ребята, у кого класс Б открыт? У меня скоро будет. А то мне задание там выполнить надо. Тебе когда там класс откроется, тебе выпадет задание уничтожить два уля и забрать их. Ребят, турель, у меня места нету. Игра отдуплилась, а то и вылечиться не могла. Так, у меня есть 5 турелей. Будешь должен. Бота не поднимайте, он нам не нужен. Спасибо за игру.